Всем привет, это гороскоп, я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Достойно завершите этот день и совершите какой-то яркий поступок. Телец. Если вы не будете лениться и не упустите ни одной минутки, то день подарит вам хорошие плоды. Близнецы. В этот день вы будете использовать любую возможность продемонстрировать свою незаурядность. Рак. Очень много общения и перспективных знакомств, особенно в сфере денежных интересов. Лев. В этот день постарайтесь не относиться к словам поверхностно, потому что они могут многое значить. Дева. Не занимайтесь оформлением юридических бумаг или любой документации. Звезды советуют этого не делать. Весы. В этот день вам вряд ли удастся отдохнуть, много хлопот. Скорпион. Если вы увлечетесь каким-то новым хобби, то в этот день вас не остановить. Стрелец. Для шопинга и занятия своими личными хобби благоприятен конец дня. Козерог. День радостных событий. Вы с большой вероятностью получите счастливые новости. Водолей. День будет ознаменован роскошными дарами, подарками и сюрпризами. Рыбы. Успех вас ждет в тех начинаниях, где от вас зависят оригинальные идеи. Это был гороскоп, и я Главицкая. До встречи!